Многие знают, что если динамометрический ключ не сбрасывать в нулевые параметры, то он постепенно начинает врать, то есть ухудшать свои измерительные характеристики. Но так было раньше. Теперь есть новый вид ключей, который называется беспружинными. В его основе не лежит никакая пружина, а лежит торсион. Ставится момент очень быстро. Выглядит это вот так. Я поражен на самом деле скорости, как выставляется момент. Головка